Здравствуйте, мои друзья! Сегодня небольшой обзор, небольшая экскурсия по моему саду-огороду. Ну, ничего особенного вы, наверное, не видите. Все просто, очень даже просто. И на что я обзор с этой клумбы? Я делала сюжет, как я ее готовила, как я сюда все пересаживала. И вот сейчас она мне вот такая вот получилась. Цветет ромашка девичья. Вот здесь вот у меня бархатцы. Я их сажала в капусту, но они у меня просто там листьями были прикрыты. Чуть-чуть не угадала с расстояния между капустой. Вот я их перенесла сюда. Роза, плетистая роза. Буду черенковать. Желающим потом можно будет взять у меня укорененные черенки. И вот распускается уже флокс. Вот он тоже был сюда посажен таким огромным. Роза, которая у меня чуть-чуть не погибла, потому что там корень 3 года. Вот он как был в горшке вот этом посадочном, так он остался, совершенно не дав прироста. К счастью, вот она мне пошла. Это Николь, очень красивая роза. Маргаритки, вот они бархатцы. Вот там вот виднеется чайничек, так он у меня остался пустым. Хосточки. В общем, вот такая вот клумба. Еще чего-нибудь туда посажу вот на задний план. Есть у меня дёрен белый, вот туда, наверное, его посажу, будет очень хорошо смотреться, закрывать соседский забор. А это ирга, мантет, сорт очень крупный, очень сладкая, тоже вот она закрыта от воробьев всеми возможными и невозможными способами. Очень вкусная мне, она очень нравится. Это ягода моего детства, очень долго ее искала, хотела посадить. Вот, наконец-таки, мечта сбылась. Этот кусочек моего винограда. Вот то, что вы видите, это альфа. Уже пора опять удалять пасынки. Вот так вот завязались грозди. Опыление что-то не очень хорошее в этом году. Видимо, немножко подвела погода. Грозди у него небольшие, до 200 грамм. Дальше там восторг, также не пойду. Это свеклочка, долго-долго пыхтела. Была страшненькая, думала, ну все, без свекла останусь, но пошла в рост. Дальше капустка, сейчас я туда дойду. Вот это вот у меня ранняя капуста. Сорта у меня спринт и Валентина, по-моему, спринт ранняя. А Валентина вот та поздняя. С поздней у меня что-то не очень сложилось. Вот видите, у меня бархатцы запланили всю свеклу. Собираю цветочки, сушу. Растение лекарственное. Очень много пользы от него. Вот это вот роза Папагена. Вот такая роза. Очень красивая. Цветет она все лето. А это дюк. Наверху уже буду обрывать ягоды, вон они там видны, тоже вот так сеткой замотан. Вкус вот у него такой больше черешневый, вот такие ягодки, но это еще не спелая ягода. Второй дюк больше похож на вишню. Ну вот она капуста, сделал я более 50 сантиметров расстояние, но не ожидала, что она будет вот такая лопушистая, листья просто вот мне чуть ли не по плечу. Огромнейшие листья. Вот так вот она вся у меня в обрамлении календулы. Несколько кустов погибло. Здесь вот попал случайно. Ранний сорт были посажены рядом. И, видимо, семечко улетело. Там вот виднеются бархатцы. Вот они у меня были между капустой. Сегодня просто мне их стало жалко. Я их пересадила. Вот такие огромные листья. Я не знаю. Вот моя рука. Вот больше, чем от расстояния концов пальцев до локтя. Пока она еще не завивается. Вот видите, белянки нету. Надо вот периодически проходить и смотреть листики. Нет ли там яйцекладки. Здесь вот у меня пришлось мне высаживать уже вот такими здоровыми из второй теплицы помидоры. Вот я их сюда посадила.
Не знаю, будет от них толк или нет, потому что вот они растут. На макушке практически ничего нет. Но, во всяком случае, они мне отпугивают белянку тоже. Она не любит и крестоцветную обложку, она не любит запах помидор, ну и укроп. Вот такая сборная солянка у меня на этой гряде. У меня вообще очень много сборных солянок, когда на одной грядке растет не просто две культуры пополам перегороженные, а прямо вперемешку. Ну вот она капустка, вот кочешки. Довольно-таки крепенькие, хорошенькие. Скоро начну потихонечку срывать. Вот тут вот кто-то мне их погрыз, но здесь поплотнее немножечко. Вроде вот это вот погрызы улиток. Поскольку начались дожди, вот тут почему-то, видите, улитки плохо едят. А здесь вот есть улиточки. Вот моль полетела, капустная моль. Так, улетела, хотела вам ее показать. Вот, может быть, мне тут оставят каких-нибудь своих наследников. Вот он, бархатец, сидит такой бедненький, несчастный. Ну, а здесь у меня тыква. Ой, приходится через нее шагать. Вот это вот самая первая, которая завязалась из всех тыков. Вот такая, ну, да, она и будет такой вот формы. Интересная такая кривулька. Вот еще тут завязи. Вот. Все хочу сделать в кляре цветы. Надо как-нибудь попробовать. Тут еще две завязи. А вот здесь опять же сборная солянка. Лук, клубника и смородина. Все это предполагалось весной убрать, но, как всегда, осталось. И там дальше чеснок. А это груша Мария. На ней две прививки. Вон они там видны. Августовская роса привита на ней. Вот такая вот. Груша очень вкусная. Очень вкусная. Созревает она где-то в начале сентября. Бесподобный вкус. Вот видите, вот здесь вот красненько. Это немножечко плохое совмещение было прививки. Может быть, потом зарастет, а может и погибнуть. Цыплят по осени считают. Вот, во всяком случае, две прививочки. Вот это родное надо удалить, чтобы не отбирало питание. Вот прививочка неудавшаяся. Грушка тут висит. Ну и появляется ржавчина. Надо снимать уже для вас про ржавчину. Так что ждите, в ближайшее время сниму. Здесь опять же виноград. Забыла розовая и альфа. И актинидия коломикта. Первый раз у меня цветет мальчик в этом году, Адам. В прошлом году ягодки были мелкие-мелкие-мелкие, были они партенокарпические, я даже как-то расстроилась. В этом году вот такие вот они уже покрупнее. Честно говоря, ну, практически первый урожай, до какого размера они вырастут, не знаю. В всяком случае, вот такая вот штука. Первый год ели кошки побеги, вот лежит сетка. Вот она укрывали вот такой сеткой. Сверху тоже было закрыто. Даже сметали просто вот это вот ограждение. И откусывали, отгрызали побеги. А это вот Адам. Сорт мальчик. Вот видите, он краснеет. Стесняется. Потому что он один на три девочки. Вот три сорта. Почему-то одна девочка меняет тоже листья. Розовые становятся. Но это точно девочка. У нее цветы были женского типа. Вот еще это сажала черенком жимолость. Здесь вот еще одна девочка. Вот видите, плоды у нее немножко другие. Покрупнее форма. И здесь у меня ива японская. Вот они плоды, молоденький кустик. Дальше черная смородина. Наверное, ей так года 4-5, точно не скажу. Довольно-таки молодая. Это Селечинская 2. Вот такие вот ягоды. Наливаются, растут. Немножечко почему-то вот она у меня такая тут желтенькая. Так, ягодки. Вот такие вот ягодки. И дачница. Так, сейчас я еще с Селечинской ягоды сору. Крупные самые, чтобы показать разницу. И дачница. Дачница мне нравится больше. Ой, какая красота, бабочка полетела. Вот она, дачница. Вот ее ягоды. Вот срываю.
Осиповым. Посмотрите, насколько дачница крупнее селеченской. Она даже слаще. Вот такой вот сорт. Есть у меня черенки, даже уже цветущие. Вот, посмотрите. Вот она, красавица. Вот какие, какие кисти. Так, потерялись. Вот они. Красота. Ну и дальше. Тоже сборная солянка. Экономлю место. Здесь тыквы. Вот эта тыква кустовая. Вот она, кустовая тыква. Мне очень нравится. Она растет вот так на месте. В прошлом году завязалось 6. Осталось 3 тыквы. Это тоже виноград. Черенки мне прислали, там все перепуталось. Не знаю, где какой. Вот это точно кишмиш. Он в прошлом году на второй год уже зацвел. Это точно кишмиш. Этот не знаю. И то же самое капуста. В общем, все вместе. И редиска еще была. Редиску съели.